Друзья, всем привет! У нас сегодня 4 мая, наконец-то нас выпустили работать. И я вот по пути на работу решил вам показать и ответить на вопрос по поводу недвижимости. А какая ситуация на рынке? Что ждет вас, нас в этом году? Вот хочу вам сейчас на живом примере. Эта вилла в городе Сан-Ремо находится, с прекрасным садом. Извиняюсь, вдруг там ветер будет шуметь. Я просто это экспромт, оборудование не брал. Вилла находится в живописном месте с видом на море, на горы, город Сан-Ремо. м² 210 м², два этажа, гараж большой, бассейн. Очень ухоженный, недавно сделали владельцы, отцеплевали пол. Вот на этом примере хочу вам показать, что она стоила, сейчас мы ее все посмотрим, 1 700 000 она стоила, ну, даже до сих пор еще на сайте стоит. Но в данную секунду, учитывая ситуацию, которая возникла, видите, пол абсолютно новый. С этим коронавирусом владельцы опустили цену, потому что они адекватные, понимают ситуацию на рынке, до 1 200 000. Они недавно сделали здесь ремонт, покрасили стены, как видите, пол, оставляют новую кухню. На первом этаже у нас располагается зал, кухня. Зал очень просторный, с выходом на террасу, к бассейну, ой, на в сад, к бассейну. Вот такой вот вид панорамный. Здесь у вас беседка, которая сделана из жасмина. Здесь летом очень прекрасная. Не то, что пахнет, аромат шикарный здесь. Здесь у нас киви, яблоки, груши, сливы, персики. Внизу сад, лимоны. То есть вот на этом примере хотел показать, что те, кто хотят продать, они делают и понимают ситуацию, делают адекватную цену, потому что цена очень адекватная. Здесь туалет с биде, просторный, с душем. Очень важно, что есть воздушное пространство, дом сухой. Вот. Воздушное пространство есть у дома. Здесь у нас кладовка и постирочная. Очень аккуратненько. Здесь был шкаф, как бы его сделал, но здесь можно сделать еще шкаф. И здесь вот есть шкаф. У меня есть там еще видео старое, по-моему. Я там еще на дроне летал. Владельцы решили, ну, молодцы, занялись домом. И его отдадут в очень хорошем состоянии. Здесь 4 спальные комнаты,
на этом этаже. Прекрасный вид на море. Сигнализация есть. Железная дверь, металлическое, индивидуальное отопление. Еще одна ванная комната с душевой кабиной. Здесь у нас две спальни с выходом на террасу. Очень компактно, мило. Третья спальная комната с выходом на террасу. Пыльненько немножко, ну, потому что был, во-первых, ремонт, и владельцы здесь не живут. Здесь спальня с выходом в сад. Там лимоны, грейпфруты, апельсины, бананы. Сейчас посмотрим территорию снаружи. Здесь у вас пандус, вы съезжаете вниз и прям к большому гаражу. Даже сад, я помню, они проектировали. Красиво все сделано. Если вы спросите, как это можно приобрести, но мы это делаем регулярно, автоматически, без вас, по доверенности, называется «Прокур Распечали», по специальной доверенности, которая делает нотариус итальянский, русский нотариус переводит на итальянский язык, потом это все легализуется в консульстве итальянском в Москве, в Петербурге, и уже имеет легитимность у нас в Италии. То есть на основании ее, на двух языках, мы имеем право от вашего имени и для вас покупать данную недвижимость. Денежные средства вы можете перевести как со своего банка на расчетный счет продавца, так со своего расчетного счета там, в России на расчетный счет нотариуса. При этом, если нотариусу предоставили документы, откуда у вас данная сумма. Если на счет продавца, то данная операция не требуется. То есть просто перечисляете и все. Здесь большой гараж, стоит машина, большая мотоцикл. Приятный объект, как на картинке, да? По крайней мере, очень выгодная у него геопозиция. Рядом идет автострада. Ну, имеется в виду рядом, в 3 минутах езды. Так, захлопнулось. Сейчас откроем с той стороны. В 3 минутах езды от автострады. Никаких пробок. Если необходимо поехать в город, вы спускаетесь вниз. И самое классное, что с этой стороны там живет пенсионер итальянский, с той стороны тоже итальянцы. Вот. Ну, то есть очень так приватно. Приватная зона. Кого заинтересовал данное предложение, как всегда, пишите в личку. Я на связи. Буду рад вам помочь приобрести эту красивую виллу. Особенно здесь вот это журчание. Вот здесь вот приятно расположиться. Барбекюшница, кстати, там есть еще барбекюшница по левую сторону. Отдельно там комната есть, вот здесь комната, ну и там можно жарить барбекю, ну можно здесь вынести, то есть без разницы. В любом случае территория позволяет это сделать.
Все, спасибо, на связи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, они нам очень нужны. Всего хорошего дня, пока.